И добрый вечер, дамы и господа. Рада вас видеть на сегодняшней трансляции. И сегодня мы посмотрим великолепнейший матч среди таких коллективов, как Пирит. Играй будет против Беншет. Я напоминаю, у нас продолжается пятый тур швейцарского этапа. Карты на данном этапе у нас уже выбраны. И сегодня мы наблюдаем в первую очередь, это у нас будет карта Red Alert. В свою очередь, это был выбор Беншет коллектива. Ну а далее же мы переместимся на карту Иран. А это же был в свою очередь выбор коллектива Spirit. Оба у нас коллектива идут со статистикой 3-1. А, в свою очередь у нас коллектив Spirit а, выиграл такие коллективы, как Dust on Fire, а, Горящие утки. Эникс, Дефолт, ну и проиграли они Лавсиком. Ну а в свою очередь коллектив Беншит, у нас выиграли такие коллективы как Хелп, Кризис, Аморы и они проиграли коллективу Дефолт. А комментировать сегодняшний матч буду я, Бутер, ну и моя напарница Принцесс Ди, а за картинку у нас отвечает Дарина Мисс Хаус. Диана, приветствую вас. Привет, Вадим. Привет, дорогие зрители нашего канала Стрим ТО. Сегодня действительно очень крутой матч против двух неплохих коллективов, которые уже показывали отличную игру в предыдущих встречах. И, надеюсь, сегодня также покажут прекрасное противостояние. У нас сегодня, на самом деле, неплохие игроки собраны на карте. И мы, надеюсь, увидим, увидим, на что они способны сегодня. Начнем с карты Red Alert. Да, ну и что ж, я так понимаю, у нас уже первый рейв был а, кем-то забран. Вот. Ну и происходит у нас долеты на карте, и будем уже наверное, дожидаться, когда стартует первый раунд. А, потихонечку у нас уже игроки а, выходят из респов. А, ну и, наверное, давай представим коллективу. В свою очередь я, наверное, представлю коллектив Spirit. О них играют Донг, Сарата, Мистер Артемка. Сарат, Кортисол, Либерти, Спайк, ну и Донг. Да, и уже Спайк пытается увозить на каналы просто-просто за одну первую атаку, фактически без овердрайвов, в легкую, уводит Спайк, пытается вот на перехвате быть, но нет, у Спайка еще аптека есть, и это первая доставка просто за 30 секунд с начала раунда. Задавили вместе Сарат, Спайк и Либерти uh, с центра, хорошая атака от uh, коллектива Спирит. Да, ну и, наверное, дальше я представлю коллектив Беншет, это, это у нас Вот, The Will Cover, Бразил, Сон, ну и, я так понимаю, Блистер. Что ж, прожимается у нас Донг а Будет он уже заходить напрягать Вражеского Крусейдера Сона, он уже остается без аптеки уже Донг остается буквально на половину хп А тем самым его отправляют на респы Сарат у нас закрепляется смело На центре уже будет контролировать Оппонентов на э, Вражеском штоке Пытался его как-то выбить вот И тем самым Сарат его сразу же отправил На респы Пробует у нас еще здесь э, Либерти С э, другого фланга каналов зайти, понапрягать вражеского Крусейдера. Остается на половину хп и уже Блистер будет продвигаться по своему флангу. Будет накидывать урон по Тёме Кортисолу, которого отправляют в итоге на рез. Вот, и пока что у нас такая... Кстати, неплохо у нас... Стартовал уже коллектив Спирит, быстро они, однако, прямо с первых же секунд доставили один флаг, в свою копилочку, вот, и Пока что мне бы хотелось бы уже посмотреть ответные действия от коллектива Бенджит. Да, но у Бенчи толком пока ничего не получается. Вот на 0 хп пытался заходить сейчас. Вот будет подхватывать эту атаку, но тоже он в одиночку вряд ли чего сделает. Кстати, странное, до этого было прожатие от Донка, но он вроде как пытался на давление, но он так пожил как-то недостаточно много для того, чтобы э, организовать какую-то внятную атаку. Немножко на давление сыграл, получил рельсу еще на прожатом овердрайве и, наверное, не оптимальным образом получилось, но то он сразу его прожал в надежде, наверное, на то, что накопится как можно большее количество овердрайв у него, которые он сможет реализовать за это противостояние. Надеюсь, что у него это получится. Действительно, казалось бы, должно вначале быть более-менее равная игра и более-менее спокойно, но такая хорошая агрессия от команды Speed принесла им один флажочек. Да, ну и что ж, наблюдается у нас овердрайв у Кортисола, который уже смещается к точке выпадения овердрайва, я так понимаю, уже, ну, хочет, я так понимаю, его законтролировать уже. Пытается он выбить своего визави с э, точки контроля. Следом же уже здесь появляется Бразил, который также будет скидываться по Кортисолу. Кортисол смело же выворачивается за мостиком. В итоге у нас э, Картесола выбивают. И следом же отправляется Бразил на респы. Ну и Донг уже будет смещаться у нас на, на балкончик, где уже его встречает вражеский арест с синего коллектива. Вот. А с другого же фланга у нас... Э, коллектив Спирит пытается накидывать урон по вражескому хантеру Спайк. У нас пробует кидать свои метать ракеты на центр. Будет он выбивать, я так понимаю, своего визави. Вот, в итоге у нас блистер смещается чутка на центр. А вот с другого же у нас фланга кортисол вместе с Донком будет уже продвигаться, я так понимаю, по своему флангу. Кортисол у нас уже остается без аптечки. И кортисол уже у нас сжимается овердрайв. Разбирается он со своим оппонентом. Будут они смещаться на вражеский шток. Тут же у нас лечит шарик от шарика от сарата. В итоге кортисол uh, у нас uh, отправляют на респы, падает у нас коробочка овердрайва, и, я так понимаю, уже uh, коллектив из синего uh, будут подбирать этот данный овердрайв. Да, и will cover, берет этот овердрайв, хотя можно было бы его запустить, но Бразилы без овердрайва пытаются увозить флаг, и он это сделает, и, похоже, это доставка, потому что перехвата совершенно нет. Там, кстати, были какие-то технические проблемы. У команды Spirit Spike вылетал uh, с карты, и когда была вот эта предыдущая атака кортизола, собственно, их было 4 на карте. Шарик, конечно, от Сарата был сборный. Он, может, был бы и хороший, если бы Сарат был чуть-чуть поближе, но шарик, шарик так долго летел, что его сначала успел отключить Хантер, а потом потенциально это мог задефать. И, ну что, и сделал шариком своим. Зейвел Кавер, поэтому хорошая игра от Бенч. Ты вот доказалось что так, так легко и быстро доставить этот первый флаг э, команда Spirit, но отличная атака. Еще и Шарик забил Кавер э, от второго коллектива. И Шарик под вот только под него. Добьют ли они Либерри? Lib да, добивают. Это похоже. Еще один увоз. Респается два игрока. Хорошая какая атака Заявил Кавер. Рискнул дать Шарик под нулевого вот и 2-1 сейчас будет, похоже. Да, пытался еще там как-то Донка сделать э, какую-то некоторую контратаку, но ребята из синего коллектива вовремя скинулись по данному паладину уроном и доставили уже в сумме второй флаг за итог данного раунда. Вот, э, прошел у нас буквально экватор данного раунда, я бы сказал так. Вот, Я думаю, в скором времени мы уже ожидаем атаку от коллектива Спирит. Здесь уже есть прожатие овердайва от паладина Донка, который будет смещаться уже, я так понимаю, на вражеский шток, но тут же его встречает его визави Бразил, тем самым его добивая здесь же центр у нас забирает коробочку овердрава Вот и уже они вот вместе со своим тиммейтом э, Бразилом будут смещаться на вражеский шток, где их умело встречает э, Донг вот. а с другого же фланга у нас пытался как-то Will Cower закрепиться в каналах, но Спайк уже его вовремя выбил. Продолжается у нас некоторая дуэль. Я так понимаю у нас э, я думаю, как уже накопится у коллектива Спирита, тем самым мы увидим уже какую-то атаку с их стороны. Вот, пробует у нас Картисол убивать своего оппонента. Но не получилось у него, к сожалению, это сделать. И вражеский викинг считал верным решением отправиться на Делет. лет вот. Посмотрим, чем же это у нас завершится. Пока что счет играет не в пользу коллектива Спирит, они у нас находятся в позиции догоняющих, и им что-то уже нужно придумывать, в свою очередь. Да, действительно, сейчас уже команде спирит. Нужно пытаться отыгрываться. И Лебрин на 0 хп пытается что-то сделать, но нет. Хороший фокус от Зевил Кавер и Блистера. Я думаю, сейчас очень будут аккуратно играть а, команда Бенч. Смотрите, как они играют вместе, разбирают Бразил. И вот своего оппонента в лесу. И будут пытаться ходить, респается АРС Бразил. Вот а, вместе тоже накидывают урон. Нет, вот в другую сторону смотрит Не особо у них получается координировать. Но все равно. Смотри, как задавливают, да, Бенч? Вся практически команда а... Спирит была на своей базе, но вот только сейчас они разжимаются. Успеют ли они забрать овердрайв на центре? Похоже, был, был сбит таймер у команды Бенчт на овер и... Хорошая сосуля от по троим, несмотря на то, что Кортизол забирает этот овердрайв, и ответная сосуля от Лайбера не очень хорошая, вот все еще живой, сосуль, конечно, зря потратил, ну вот, как-то вроде как рожались, да, спирит в моменте, но бенч продолжают давить, вот так немножко неожиданно, но очень-очень неплохо. Да, и в свою очередь уже есть некоторая атака от коллектива Беншит. Здесь у нас вот пробуют оттягивать вражеское знамя. Тут же у нас кидает Сарат шарик в ДФ, который, к сожалению, взрывается в мостике. Вот уже доезжает до своего штока. Скидывает он под своего тиммейта Крусейдера Сона. И тем самым доставляют коллектив Беншит в сумме третий флаг. Вот, и уже счет достаточно, я бы сказал, м -м, значительный. Вот, пока что как-то не сладко идет у коллектива Spirit, которые, в свою очередь, грамотно, я бы сказал, законтролировали овердайв на центре, вот, но каких-то, знаешь, таких атак, по, ну, после увоза первого флага, значительных-то ее не было особо-то. Вот, тут же у нас еще и была какая-то... Uh, атака от коллектива Беншит пытался у нас Блистер зайти на вражеский шток, отвести uh, вражеский флаг. Uh, смеся... Смещался он как раз-таки у нас на центр, но вот не получилось. И вовремя ребята из коллектива Спирит данного флагоносца встретили и тем самым не дали увести флаг. Ну вот, есть у нас атака, пробовал у нас подхватывать вражеское знамя Либерти, но хороший шарик от The Will The Core. Дефает данную атаку от коллектива Спирит и тем самым не дает э, увести вражеский флаг. Отлично, шарик на самом деле от uh, They Will Cover. Под он накрыл противников, хотя там у Викинга был овер, а сейчас Донг скрытую э, пытался уходить, шарик от Сарата на центр, но нет, опоздал он с этим шариком, вот прожимается в деф, уходит от шарика, добивает лайбрери, хорошее, хорошее теперь уже давление от команды Спирит, Бразил, э, от команды Бенч, Бразил прожимается, будет увозить на центр, будет ли увозить, пытается Донг на него накидывать, Сарат еще живет на центр, но нет, Кортизол прожимается в деф, но уже счет глобально по итогам раунда не изменится, победа, Де может быть неожиданная, за относительно спорную базу. И вот так вот они побеждают. Действительно хорошая игра. Реализовывали свои моменты команда Бэйч. Но а у Спирит, на самом деле, после той очень странной атаки, когда они без овертрая фактически увезли, у них действительно, ты прав, ничего не получалось. Были попытки, вот было два шарика от Сарата через полкарты, но они каждый раз не успевали в тайминг. Поэтому хорошая, хорошая игра от Бенчта. Да, и в свою очередь мне понравился очень шарик как раз таки The Will The Cover, который вот грамотно, я же, я, скажем так, не побоялся его кинуть в деф. Тем самым он разобрал двух своих оппонентов, вот, и коллективу Spirit не получилось увести вражеский флаг. Вот, ну и что ж, будем перемещаться уже потихонечку ко второму раунду. <полагающие> uh, коллективы у нас меняются сторонами, и уже посмотрим, что же будет коллектив Спирит придумывать uh, на данный момент. Да, вот Спирит надо что-то менять в этой игре потому что у них э, э, в середине раунда перестало что-либо получаться, какие-то совместные заходы перестали реализовываться. Мы видели достаточно странный, на самом деле, овердрайв от Корпидола, когда он убил только одного противника, э, а потом просто на 0 хп оставался и увести флаг не смог. Собственно, из-за этого Шарик Сарата первый его и не подлечил. А команда Бенч очень уверенно смотрелась, контролировала овердрайв в нужные моменты, ну и увозила флаги. Самое интересное, они хорошо в атаке реализовывали, реализовывали Несмотря на то, что они сказали, что прям часто совместно заходили, но вот та атака, когда Арес вместе с викингом продавили, Арес не стоял где-то на центре, он вместе с викингом продавил чужой шток и дал шарик в нулевого викинга, подлечив его, э -э собственно, поэтому хорошая игра от коллектива Бенч. Кстати, э успеет замена, а мистер Артемка выходит вместо кортизола. Посмотрим. Да, и вот, наконец-то, у нас происходят некоторые изменения в коллективе Spirit. Заходит у нас как раз-таки мистер Артемка, и вот уже чувствуется некоторая, я бы сказал, разность в сетапах. В свою очередь у нас Артемка уже будет отыгрывать на Викинге с Маке, а вот с противоположной у нас команды, там, я так понимаю, Викинг, вот, он у нас отыгрывает на Викинга Молоте. Вот. Да, сейчас картинка появится. У оператора у нас некоторые проблемы. Сейчас все, вернемся на карту. Да, в свою очередь у нас коллективы берут, я так понимаю, техническую паузу. Вот, в свою очередь это был технический, выбор технической паузы от коллектива Benchit. Вот. Я думаю, Странно, конечно, почему они взяли техническую паузу. Ведь у них вроде как в первом раунде ну, достаточно была хорошая игра. Вот. И, возможно, может быть, каки по каким-нибудь техническим моментам, а разве что можно предполагать, что ребята из данного коллектива у нас взяли как раз-таки техническую паузу. Ну, все может быть. Может быть. Будем дожидаться окончания технической паузы и посмотрим уже а, с некоторыми изменениями в коллективе Спирит, как же у нас пойдет уже игра вместе с мистером Артемкой. В чате вот нам комментируют, что что-то немыслимое, чтобы спириты проигрывали, но это спорно, потому что то, как они сейчас себя проявили, ну, в этом, собственно, эта игра, вот, такая, как она, какая она была. Они не показали ровным счетом ничего. Бенчит выиграли не просто на каком-то везении или случайно доставили флаги. Они реально атаковали в моменте лучше. Лучше реализовывали овер в атаке. А у Спирит в атаке вообще ничего не получалось в плане реализации овердрайвов. То есть они совместные какие-то заходы просто ни разу не сделали. Поэтому что, что тут говорить так к сожалению? Ну, у них игра не пошла, по крайней мере, в первом раунде. Связано ли это с тем, что, может быть, Спайк в моменте вылетел, когда у них была самая первая атака, они как-то, может быть, и продолжались какие-то технические проблемы? Может быть, но это только гадание на кофейне гуще от нас. Но вот в моменте он действительно вылетал, когда они делали атаку. Может быть, если бы он был на карте, они бы увезли, возможно. Но мы уже это не узнаем. И знаешь, что самое еще интересное? У нас же коллектив Spirit как раз-таки обыграл, как раз-таки коллектив The Falls, а вот коллектив Benchet они проиграли данной команде. И вот сейчас, когда у нас идет данный матч, мне казалось, что коллектив Spirit немножечко будут чуточку сильнее своих оппонентов. Вот, ну, пока что... Конечно, странно судить по первому раунду, Возможно, будут уже. Далее уже от них игра будет чуточку другая. Ну, факты есть факты. Да, наверное, мы ожидали от них немножко более уверенные игры, при том что они показали в целом во всех противостояниях хороший результат. Но кроме... Матча против Лавсика, если не ошибаюсь, да, где они проиграли, но там-то понятно, наверное. А вот во всем остальных, во всем остальном турнире была очень хорошая игра от коллектива. И то, что сегодня они показывают, наверное, не то, что они бы хотели от себя видеть. Но вот надо им что-то думать исправляться и надеюсь, что выход на карту нового викинга, мистера Артемки, изменит ситуацию. То, что у нас выпадает кор коробочка Овердрайва, бразил ее тем временем подхватывает. Вот, и уже есть некоторые преимущества у нас у коллектива Бенчет в виде Овердрайва Паладина. Вот. А коллективу Спирит э, нужно э, в моральном духе как-то не падать. Это всего лишь -то начало, я бы сказал, первого раунда. Вот, разогревочный, я бы сказал, такой первый раунд был. Вот, и я надеюсь, что коллектив э, Spirit должен э, обдумать некоторые моменты, что было в прошлом раунде. Подсобраться с силами и уже показать достойную э, игру, отпор некоторым своим оппонентам. Которые сегодня достаточно неплохо себя показывают. Да, оппоненты неплохо себя проявили в первом раунде. Особо к ним вопросов нет, но странный был, конечно, как они пропустили первый заход на первой же минуте, да, там же он был практически без убердрайва, просто немножко, наверное, повезло с респами команде Spirit, и они так одновременно как-то зашли из центра, и со стороны каналов, а, вот... А вот команда Bench, то у них, наверное, недостаточно респов и недостаточно фокуса было в эту сторону Карты, и, к сожалению, для них очень быстро был ввоз, и они при этом, знаешь, не упали духом, а продолжили играть полноценно, и вот в итоге победа в этом раунде, а уже у нас произошли делиты, и команды начинают. Да, выпадает у нас сразу же с респов овердрайв, здесь уже Артём, мистер Артемка будет мчаться на всех парах. Данный овердрайв подхватывает, теряет он аптечку, скидывается ребята у нас уроном от коллектива Беншит, отправляя данного опасного викинга на респы. И немножечко у нас уже зажимается коллектив Spirit. В свою очередь у нас здесь есть прожатие овердайва Бразила, который пытался забраться на вражеский шток, я бы сказал. Ну, странное, конечно, решение реализации овердайва от данного паладина. Так сразу, наверное, нужно было хотя бы подождать у некоторых других участников, чтобы также был овердайв, например, Викинг, но нет, здесь была попытка у нас отвода, также подхватить вражеское знамя, пытался он как-то сместиться на правый фланг, но, к сожалению, уже его там разобрали. Пытался у нас как-то здесь удержать позицию, завел за ковер, который держался на центре, но не получилось у него это сделать. И здесь уже есть мистер Артемка, который будет напрягать вражеского викинга. Дуэлиц он со своим визави, в итоге у нас остается без аптечки. И оба у нас викинга уходят Наделеты. Вот пытаются у нас ребята как-то более выгодно расположиться по позициям. Здесь у нас уже есть Сарат, который занял э, центр карты, оставляет он своего оппонента уже без аптечки. Вот и я так понимаю в скором времени у нас также должен выпадать коробочку Ревелы, будем уже смотреть, кто же ее будет подхватывать. Да, а вот, кстати, как будто бы и не знал, что падает овердрайв, потому что он пытался за мистера Артем. Хорошая прошедка мистера Артемки, забор овердрайва на центре. прямо выждал он момент для того, чтобы прожаться в двоих. А мистер Артемка еще аптеку на центре контролирует. Хороший, хороший в целой прожатии. Контроль овердрайва убил двоих противников, которые вроде как должны были забирать этот овердрайв на центре. Но вот мистер Артемка, мистер Артемка, как же он хорош в этом моменте. Вот у нас а, в... В чатике думают над тем, хорошо ли смока или плохо. Ну, спорная история. Молот имеет свои преимущества в плане давления, в плане, если команда задавливает и позволяет сближаться с противниками, то молот может быть неплохо. Но ну, и смока в местах, когда иногда нужно вдаль стрелять, да, возвращать флаги, а карта большая достаточно, то смока тоже может сработать. Посмотрим, как справится мистер Ротенко с этим. Пока у нас, как видно, 0-0. И особо атак-то спирит мы тоже не видим. А вот скорее от бенч, то у них поактивнее с атаками, по крайней мере, они пытаются ходить на шток, а мистер Артемка с Донком вот только сейчас, знаешь, продавливают свой фланг, и то их э, втроем команда Бенч перекрывает. Да, и пробуют у нас как-то здесь вот уже занять выгодную для себя позицию, пытается он выбить своего оппонента мистера Артемку, тут же уже на помощь едет его союзник Завил коур, который также будет содействовать в Отправление на респы вражеского викинга, с другого же фланга у нас пытается мистер Артемка дать шарик, дает он прекраснейший шарик под своих тиммейтов по вражеским респам, но э, здесь у нас уже был э, шарик от The Will The Cover, который грамотно задефал всю данную атаку от коллектива Spirit. Вот, и не дал тем самым увести вражеское знамя. Пытается у нас здесь вот выбить своего оппонента Викинга. Но падал у нас уже лежал, я бы сказал, на центре овердрайв. Пытался как раз таки он не дать своему визави забрать данную коробочку. Но не получилось у него должным образом это все дело реализовать. Но есть некоторая атака все же от коллектива беншит пытается на пару заявил за кор вместе с Бразилом увести вражеское знамя но тут уже есть Сарат который будет э, пробовать разбирать своего оппонента О, в итоге прилетает хорошая рельса от Либерию а с другого же фланга у нас есть э, увоз флага от Мистера Артемки буквально без аптечки пробует увозить Мистер Артемка доезжает спокойно он до своего э, штока и это доставка первого флага от коллектива Спирит хорошая игра от мистера Артемки, но у меня здесь огромные, просто огромнейшие вопросы коллективу Бенч. Почему они в четвером, пятером давят с каналов, пропускают игрока с леса оверного викинга? У вас оверный викинг на карте. Вы знаете, что он забрал, забрал овертрайв. Вы при этом всей командой в четвером давите. Э Каналы, с центр, забиваете на лес, и что в итоге мистер Артемка фуловый, с аптекой, с совером, доходит до штока, прожимается в одного игрока, который уже даже туда не собирался сначала ехать, проехал мимо, потом увидел то ли на радаре, то ли самостоятельно. И мистер Атемка легко увозит флаг, но мистер Сун э, Сун пытается обратно, обратно пытается увозить флаг конвейером, ответный о, у команды. Спирит, но нет, у него не получается рез под лайбрери, спайк, очень много урона у нас на карте, и в итоге увоза нет. Попытка была неплохая от Суна, но ну, увоз все равно нет. Неплохое давление создали Evil Cover и Крусайдер красного коллектива, но этого не хватило, кстати. А вообще Тайвел очень активно именно в атаке играет, что в первом раунде, что во втором. Но вот такое э, заигрывание такое в атаке, у них вот привело к тому, что мистер Артемка как-то все забыли в итоге, и он просто в соло увез этот флаг. Ну, тут спор, не уверен я, что это всем заслуга мистера Артемки, скорее безалаберная игра от Бенчет. Да, полностью с тобой согласен по этому поводу. Ну и пока что у нас пытались как-то все-таки сравнять счет со своим оппонентом. Коллектив Бенчет была у нас некоторая атака, прекраснейшая сосуля от красного коллектива Сона по двоим своим оппонентам. Пытался он также увести вражеский флаг в каналы, но не получилось это у него сделать. Ну и что ж, будем уже наблюдать некоторую атаку со стороны коллектива Спирит. Пытается у нас здесь Пайк уйти с вражеским знаменем. Но колоссальнейший урон, он прилетает по нему от красного коллектива. Вот, тем самым не получается у него увести Вражеское знамя. Ну и что ж, пытается здесь у нас дуэлиться Донг со своим Визави Бразилом. Бразил уже остается без аптечки. А в итоге у нас Донг пытался уйти также на Делет. Вот, тем самым оставив своего оппонента без уже аптечки на половину хп. Вот, и я так понимаю уже есть борьба некоторая за овердрайв выпадение. Пытается у нас здесь как-то не схавать много урона Сарат. Вот, Сарата в итоге у нас убивает, и уже мистер Артемка будет подхватывать э, данную коробочку овердрайва. Вот, смещается, нет, не смещается. Вот. С другого же фланга у нас есть некоторая атака, пытается у нас Блистер реализовать совершеннейший отвратительный овердрайв а с его стороны. Ну, а здесь мистер Артемка предпринимает решение прожать свой овердрайв. Отправляет он своих оппонентов двоих на респы. Вот. Было ли оно нужно? Не знаю, но э, отлично, что я бы сказал прожатие овердай викинга в деф. Да, почему бы нет, они выигрывают с учетом 1-0, только толком овердрайв у противника нет, будет сейчас попытка захода от листера, но много урона он ловит от Сарата, респается еще и кантер на штоке, практически не получится, зачем Шарик, заявил Кава, куда этот Шарик, но неплохой в итоге, хотя он никого не подлечил, Сарат, ответный Шарик в деф, вот, на центр уходит, но Лайбрид, да никто не замечает, застули от Лайбрид, возврат будет ли от Лайбрид, да, да, будет, будет, немножко как-то запоздало, они отреагировали, да, как будто вообще никто не знал, что Лайбрери едет с пятерки через этот мостик на возврат. Тем более никто не знал, что у него есть сосуля. И uh, The Will Cover даже в другую сторону, в принципе, смотрел. Вот ты правильно смещался в шарика Асарата. Очень хорошо по информации, по ощущению, откуда может прилететь опасность. Но в итоге... Можно было, возможно, и чуть больше урона кинуть по лайбре, чтобы задефать это. Сейчас попытка есть от Донка играть в прятки против Бразила в атаке. Но, похоже, Бразил, по крайней мере, контролирует ситуацию и видит э, потенциальный увоз. Да, и пробует разбирать своего оппонента. В итоге остается уже без аптечки. А вот а с другого же фланга у нас есть прожатие овердайва Мистер Артемки. Пытался он его разменять. Но не получилось это у него реализовать должным образом. И тут же, следом же, у нас прожимается свой овердрайв-плот, который будет смещаться на вражеский шток. Подхватывает он вражеское знамя. Смещается он э, в сторону каналов. Здесь уже есть страховочка с блистера, который э, вот, э, скидывает данный флажочек э, под своего тиммейта. И уже, в свою очередь, Хантер э, не доставляет. Э, в итоге у нас флаг остается. и если он сравнивает счет в данном раунде. Пытается у нас как-то на последних секундах, я бы сказал, синий коллектив спирит э, э, реализовать еще одну какую-то полноценную атаку. Есть у нас прожатие от Донка, который вместе со своей командой будет уже заезжать во вражеские респы. Вот, и Спай подхватывает у нас вражеское знамя, смещается он на центр, там же следом у нас есть страховочка от Донка, вот, и буквально на последних 30 секундах э, у нас есть доставка второго флага от коллектива Spirit. Пытается здесь у нас еще Либеры сделать конвейер, но много урона прилетает от красного коллектива по данному крусейдеру. Тем самым не дав реализовать должным пока что образом данную ответную еще цел в целом атаку от коллектива Spirit. Отвратительная просто игра в моменте от э, команды Benched. Да, они поставили флаг, одни него так долго везли. Много урона. Кстати, неплохой фокус был в конце от Spirit. Там и Донг накидывал неплохо уроном по противнику, возящему флаг на своем палате, на рикошете. И в последний гром ты видел, какой выдал красивый Сарат, да, между стеночками по флагоносу чтобы он потерял прям на штоке флаг. Отличная игра от Ареса. Но потом они как-то четвером не смогли задефать четверых противников, когда просто по факту атакующих именно овердрайва в плане урона, которые дают в атаке, не было. Ни Викинга, ни Крусейдера, ни Хантера. В атаке никто из них не прижимался. По факту прижимался только один паладин, но они при этом не смогли одновременно накидать урон по Викингу, который возил флаг, и он там еще аптеку на, центр, на центре подбирал. Обратил в это время, вместо того, чтобы в последние 30 секунд просто помочь в дефе или как-то отсыграть от центра, поехал в лес убивать этого Ареса зачем-то, который там отреспился. То ли он пытался, надо было тогда ехать Пытаться увозить флаг, может быть, да? Через этот. Через верх, через мостик. И, и пытаться куда-то ее дергать. Или раньше свернуть на центр, чтобы раньше начать кидать урон по викингу, увозящему флаг. Но вот он этого не сделал, и доставка. Что сказать? Я даже не знаю. Ну, у меня вопросы. К Бенч-то есть? Они неплохо и смотрелись, но вот. Два глупых, глупейших флага, ребят, глупейших. Первый флаг вы просто забиваете на игрока овертного викинга, который может прожаться и всю команду вашу убить, в спину даже. А, забываете про него, он проходит через лес фуловой, с аптекой. И он прожимается, одного убивает, просто в соло делает флаг. По вашей ошибке. И сейчас что это такое? Вы в не можете дать урон по одному викингу и прожатому паладину. И все. Понятно, что вы с трудом там зареспились, и вас только что убили. но тогда просил ты должен был остаться, наверное, в дефе, чтобы помочь, учитывая, что у тебя там крусейдер только что погиб. А, еще один флагоносец. Нет, паладин, ты, ты вроде как только. Ты, ты и вез флаг. Нет. Хантер вез флаг, а, его убили. Потом убили крусейдера, который доставлял флаг, который с тяжкой с одной вылетает на центр карты на доставку. Ну, ей, наверное, стоило просто 30 секунд как-то повнимательнее сыграть. Ну, что получилось, то получилось. Но игра-то интересная в итоге. Да, соглашусь. В итоге у нас в сумме по вот этим двум раундам на карте Red коллектив Спирит сравнял счет со своим оппонентом. Вот. Мне кажется, уже на Иране коллектив Спирит уже покажет довольно-таки очень достаточно серьезную игру. Вот. И еще касаемо прошлого раунда, было прям, говорю же, м -м, вот отвратительное прожатие овердайва Хантера. Вот пытался он как-то, знаешь, сразу по троим своим оппонентам прожать, но, как говорится, знаешь, за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Вот такие по итогу у него и получилось. Ну, далее же мы перемещаемся на карту Иран. Вот, будем уже наблюдать, что же у нас коллективы придумывают на данной карте, а это уже в свою очередь был коллектива Спирит. Вот. Будем уже дожидаться. И интересно мне посмотреть, как же у нас поменяются сетапы на данной карте. Кто из игроков будет играть у нас. Вот. В плане сетапов я вижу как раз таки у нас блистер на Хантера Фризе. Вот. С другой же стороны у нас Спайк будет отыгрывать на Хантера Страйкере. Вот такое у нас еще отличие имеется. Вот. Перезаход у нас происходит на карте Иран. Вот, и уже вводим потихонечку дождаться, как у нас игроки будут э -э, на карте. И посмотрим, какие же в итоге у нас э -э, оба данных прекрасных коллектива придумали стратегии в э -э, долгожданной, я бы сказал, победе в этом раунде. Да, в целом, наверное, ничего нового. В целом стандартное вооружение, с Хантера Страйкерами, да, с э, Викингами. Опять же, викинга, молд викинга смота у нас, да. В целом все так же осталось. Плюс-минус. Поэтому, наверное, ничего нового для, э, для карты. Иран. Поэтому посмотрим насколько команда Spirit тут прибавит. Потому что на Red Alert, у них, откровенно говоря, не получалось все, что они хотели и в первом раунде. Да и второй раунд они хотя и выиграли, но игра их оставляла в моментах желать лучшего, честно говоря. Это они просто воспользовались хорошими прям ошибками противника, особенно в первом флаге. А давление именно вот Spirit мы не видели, но Иран тут совершенно другая карта. Посмотрим, что покажет Spirit. Да, и мне кажется, коллектив Spirit у нас будет а, выглядеть а, себя здесь на данной карте чуточку увереннее своих оппонентов. Тоже выпадает у нас коробочка овердрайва на центре, и Донг уже с а, подсадочкой мистер Артемки забирает данную прекрасную коробочку. Будем уже потихонечку а, дожидаться до летов и наблюдать за началом третьего раунда на карте Иран. И это уже, скажем так, некоторые точки уже над И расставят в данном матче. Вот. Что ж, происходит у нас долеты на карте. Потихонечку у нас игроки уже уходят на респы. И будем уже дождаться, как игроки у нас будут распределяться по своим позициям. Есть у нас э, закрепление позиции от Сона, который пытается отыгрывать со своего фланга. В скором времени, я так понимаю, уже будет э, приедет к нему свой тиммейт за Will the Cover на Ресограме. Вот. А с другого же фланга у нас есть моментальное прожатие овердрайва Донка, который у нас смещается на второй этаж. Будет напрягать э, оппонента Вота. Здесь же у нас есть э, мистер Артемка, который будет также содействовать э, в разбирании данного викинга. Вот. И вот э, вся эта компания Донг, Спайк вместе с мистером Артемкой. Мистер Артемка, кстати, у нас смещается в итоге на центр, я так понимаю, для контролирования овердрайва падения. Вот. И в итоге у нас Донг также уходит на респы, прожимая лет, Оставил он своего оппонента Блистера без аптечки. Следом же сразу же по нему прилетает э, ракета от Спайка. И э, я так понимаю, пытался здесь. У нас мистер Артемка забрать коробочку овердайва. Но что-то у него не получилось. В итоге у нас э, овердайв забрал вот. И посмотрим э, уже э, реализацию данного викинга его овердрайва. Ну, учитывая, что Викинга смока играет э, зачастую с открытого фланга на фланге, да, то смока может быть и неплоха в моменте. С другой стороны, э, есть стеночки, за счет которых можно рикошетить на молте, в том числе. Поэтому тут э, спорная история, что э, для команды лучше. Кстати, хороший был контроль овердрайва сейчас от коллектива Бенч. И они продавили сейчас левый фланг. А в то же время Лайбрэль пытается на 0 хп увозить флаг. Но нет, рез от Суна. И контролирует он эту ситуацию. За Deful он потенциально увоз. Донг играет красиво, отыгрывает а стеночек на меду. Но нет, хорошие респы от Бразила. Вот, и можно попытаться было зайти сейчас прямо Бразилу на что противника. Но нет, он решает занять свой фланг. Зачем только непонятно. Там никого особо из противников не было. Можно было прямо сейчас сразу задавить. Но не стал он этого делать. Только Сун вместе если будут пытаться как-то продавать свой фланг, но нет, Сум уже на 0 хп, не станет ну, даже рисковать, а что продавать, надо его аккуратнее сыграть, он так и делается, и много урон получает Сун и отправляется на респ. С другой стороны, хорошая, хорошая атака от мистера Артемки, Спайка и Донка, будут они пытаться заходить, у Донка, наверное, еще аптека есть, Сун накидывает, нет, не попадает, он рельсой, Бразил переигрывается с Донком, и Донка отправляется на респ да, и падает у нас коробочка овердрайва на центре, следом же у нас сразу же проявляется овердрайв. Мистер Артемки пытался здесь как-то законтролировать сон, в итоге мистер Артемка, я так понимаю, у него в планах было разменять данный овердрайв, но... Сон этот планом всем помешал, не дав как раз-таки забрать и пополнил в свою очередь, коробочка овердрайва пытается он здесь выбить вражеского своего Крусейдера, но не получилось у него это сделать. И вот Донг на, на пару с Либерти будут они продвигаться по вражеским леспам. Донг уже остается на половину хп, уходит он на делет. Вот, а с другого же фланга у нас есть атака от коллектива Спирит. Здесь есть мистер Артемка, а, есть у нас шарик от Сарата. Пытался у нас это сделать в Блистер... Uh, дефой данную атаку, не получилось. И флаг-то у нас еще лежит. Дон пытался еще как-то в этом посодействовать. К сожалению, это не получилось. И вот uh, всю эту атаку зарешал, я бы сказал, uh, кинутый шарик, заявил закор uh, в деф. Ну, прекраснейшая реализация овердрайва от данного ареса. Пытались у нас коллектив в реализовать свои увердрайвы был кинут и шарик э, от Сарата в свою очередь на пару спайков мистером Артемкой пытались они как раз-таки уйти на центр сместиться с вражеским знаменем но не получилось как-то это сделать ну вот у нас есть пожарный Тевердяев отвода который будет разбираться с, с Донком и мистер и с Саратом. Вот, в итоге есть у нас подхват вражеского знамени. Тут же у нас э, скидывают он флаг под своего тиммейта Сона. Здесь у нас есть уже прожать овердайв от Бразила. В итоге у нас Сон смещается в ковры. Пытается у нас Дон как-то это, это все дело перервать, но не получается. И это доставка первого флага от коллектива Беншит. Немножко странное прожатие отбросило. Пытался он, наверное, помочь суну восящему флаг. Но в итоге оказалось, что этот прожатие не нужен. Поехал на центр. И овердрайв не за контролю. Наверное, викинг, да, красного коллектива забрал этот овердрайв на центре. В любом случае, наверное, неплохо, да, ведь он забрал. Да, вот играл еще один овердрайв, все верно, да. Хорошая атака, да, вот прожался. Вот видишь, мы уже говорили об этом в предыдущем моменте, когда они немножко смещаются со своего фланга и сразу едут в атаку. Вот, хорош, он не поехал на свой левый фланг, сместился направо, уничтожил одного противника РС, второго, и все отлично. И вот по поводу ты вот говорил в предыдущей атаке, завил кавер. Вообще хотелось бы отметить, что для меня он MVP пока этого матча, потому что то, что он делал и и сейчас просто прекрасные овердрайвы, практически все, поэтому. Очень хорошая игра Арес красного коллектива. И сейчас попытка есть с одной стороны атаки от э, команды Бенч. Донг прожимается а с другой стороны Суну. Фойт, если у него вообще аптека, нет у него, наверное, аптеки. Лайбрари будет пытаться его убивать. Нет, все-таки добивает Лайбрари своего противника. И, наверное, будет возврат. Но и с другой стороны заклепнулась атака команды Спирит. Да, пытался там, э, я так понимаю, Донг на прожатом паладине сместиться на вражеский шток. Но вовремя ребята из, из красного коллектива скинулись по данному опасному паладину уроном и не дали с тем самым совершить коллективу спирит некоторую атаку. Вот. Есть у нас прожатие овердайва на размен вот Вот, прекраснейшая реализация этого овердрайва. Вот, пытается он как-то еще накинуть урон по своим оппонентам, но отправляет его на респы. Вот здесь у нас есть пай, который также смещался у нас на балкон и накидывал он урон по своим оппонентам, но Ребята из красного коллектива увидели эту затею данного хантера и вовремя отправили на респы. Пытается у нас здесь на пару Либерти вместе с Саратом отыграть со своего фланга. Здесь же респается сразу вот. Вот у нас в итоге остается без аптечки. Отправляет его на респы. Следом же у нас уходит Сарат на... Также на респы. Здесь есть у нас реализация атаки от коллектива Спирит. Пытается у нас Либерти уходить с вражеским знаменем. Но не получилось это у него сделать, пытался еще здесь у нас как-то сделать, э, реализовать свой овердайв в сон, вот, к сожалению он попал в стеночку, ну и в свою очередь я, я думаю взаимодействовало там вовремя еще были респы от Бразила, который также помешал э, увозу и вернул как раз таки флажочек на законное место. Но есть у нас атака Донка, пытается он все-таки увести этот вражеское знамя. Будет он, я так понимаю, смещаться в ковры. Есть у нас прожатие овердрайва от Сарата. Пытался он сделать это. И блестящая реализация от Блистера, овердрайва, Хантера. Стопин своих двух оппонентов. Флаг у нас все еще на месте. Пытался еще как-то в моменте еще реализовать. Мистер Артемко с овердайв. Но флаг-то еще остается на месте. The Will The Cover, повернись! Не, не поворачивается все-таки. Либерти будет подхватывать его. Это вражеское знамя. Здесь же следом же креспается Донг. Отличнейший шарик от The Will The Cover. Разбирается он со своими оппонентами. Вот, и Бразил уже в свою очередь возвращает данный флажочек на место. И вот уже заставляет сумме по счету второй флаг. И коллектив Бенчетт уже ведет по счету прям максимально. Да, уже счет 2-0. Хороший, кстати, второй шарик был от They Will Cover, потому что первый шарик был в размен, да, фактически, и он был, ну, такой обычный, спорный даже, просто так он его запустил, и Сун пытается третий флаг уходить, с третьим флагом уходить, Бразил подхватывает флаг, Сун убивают, и это похоже на третью доставку, ну да, тут ничего не сделают, это 3-3-0, и, похоже, этот раунд заканчивается, да? В итоге в пользу Бенч. Э, немножко не повезло э, им с ректорией увоза. Э, кстати, Мистер Артемов пытается сейчас на центр увозить, но вряд ли они уже три флага доставят, даже если один, и то этот не, не могут, возврат. Так там отлично сыграл Блистер. Ты видел этот овердрайв сверху, по двоим? Он о, уроном о, овера Хантера нанес урон и Аресу, и, с другой стороны, еще одному корпусу среднему. И за счет этого, по сути, они вернули в итоге флаг, хотя за Evil немножко тормозил с возвратом, но в любом случае они сразу не смогли увести. Просто, просто прекрасная игра от Блистера. Вот мы его критиковали на Red Alert, а этот моменте было просто отлично. Да, и очень какая-то сомнительная идет игра от коллектива Spirit. Я все-таки были, у меня некоторые предположения, что вот именно на карте Run от них игра будет более такая серьезная, вот, пытается здесь у нас как-то еще Сарат кинуть шарик по центру. Вот, я думаю, последних минуток. Вот, но mm -hmm. что-то коллектив по Spirit а, показали себя намного хуже, я бы сказал, даже, чем на Red Alert. Пытались они как-то реализовать свои атаки. Вот, но, к сожалению, пока что даже не доставили по счету в данном раунде ни одного флага. Но, но есть у нас атака. От данного коллектива Дон пробует уходить с вражеским знаменем. Смещается он на центр, как раз таки с другого же у нас э, фланга есть у нас увоз от Бразила. На вот, э, последних секундах у нас происходит размен. И Завершается у нас данный раунд со счетом 3-0 в пользу коллектива Беншет. Да, отличная игра от Бенч. естественно, Devil вот этот шарик, который, ну, ВОЗ, он, по сути, позволил вернуть флаг и увезти второй флаг э, ВОТу. Прекрасная игра от ВОТа, он прожимался в респы противника на своем Викинге, и с другой стороны, с правой стороны тоже прожимался, два ВОЗа, можно сказать, благодаря в том числе его овердрайвам. Прекрасная игра от Блистера на Хантере, который задефал э, атаку потенциальную которая потенциально могла завершиться доставкой от Спидет, и что створил Зейвил Кавер в другом моменте, когда он шарик в деф отдал, не испугался в нужный момент, прожал этот шарик за В общем, прекрасная игра чуть ли не от всех игроков, да команды Бенч. Э, ну, она заслуженная и привела к победе. А, ну, а у команды Спирит совсем, на самом деле, атаки как-то очень с трудом получались. Они вот зачастую не особо понимали, куда двигаться. И вот были, знаешь, попытки неплохие. Пытался и донку возить э, в начале раунда. И вот это была попытка, когда Шарикан задефали. И вот так, где э, через ковры пытались. И когда лайбрери на... Э, по стандарту увозил, пытался в ту сторону вернуться, и, и, он зашел с этого фланга через ковры, его никто не заметил, опять Пейдж как-то немножко просевали в обороне вот этот заход Крусейдера, не ожидали такой заход, но в итоге там удачно находился Бразил, никуда он не сбежал, и, и в итоге тоже атака захлебнулась, но потому что особо совместными овердрайвами у них не получалось зафокусить, но посмотрим, как это будет за другую сторону. Да, очень интересно посмотреть, чем же это в итоге у нас завершится. Есть у нас Некоторые скопления игроков на центре карты ждут, не дождутся, когда же у нас выпадет коробочка овердрайва. Есть у нас подсадочка от э, мистера Артемки, как раз таки на Сарате он будет пробовать как раз таки забирать с другого же у нас э, коллектива. Есть вот, который также осмелился забраться на своего ареса. Вот, и следом же у нас есть с балкончика Либерю, который да, в итоге уходит оттуда с данной позиции. Вот, и а, происходит у нас долеты на карте. Я так понимаю, у нас уже будет овердайв выпадать с респов как раз таки. А, будем уже наблюдать, кто же его заберет. А, как раз таки рядом здесь у нас Респов, удачнейшая Донка Вот, но ну, мчится здесь мистер Артемка на всех парах. В итоге забирая данную коробочку не в простой борьбе. TheWheelTheCoverer, который также пытался забрать данную коробочку на своем аресе и вот есть у нас атака от коллектива беншет пытался здесь вот зайти на вражеский шток, вот, но вовремя его Сарат подметил и дал увести данный флажочек, вот, потихонечку у нас ребята уже распределились по некоторым позициям, есть у нас Сон, который будет отыгрывать с левого фланга, будет пытаться урон накидывать. Пайку успел уже дать а, рельсу, здесь уже респается Сарат. И вот наконец-то есть а, Либеру, который также будет помогать своему тиммейту Сарату. Но Сарату уже отправляют на респ и давит, давят, давят. А, коллектив Беншит а, данного Юркового Крусейдера со стороны коллектива Спирит. И очень сильно сейчас продавился правый фланг. У коллектива спирит, надо им что-то придумывать. Есть у нас пытала, была попытка у, зайти вот на вражеский шток, но, к сожалению, как-то неудачно. А вот а, пытался еще как-то Тонг с другого же фланга зайти на вражеский шток и увести вражеское знамя, но не получилось и даже не успел он пощупать этот заветный плажочек. Пробует у нас Бразил а, на пару с Вотом а, смещаться по своему флангу. Есть у нас довольно-таки неудачный э, э, овердрайв вот. Сона. И я пытался еще здесь как-то Либеру также зайти на вражеский шток, подхватить вражеское знамя. Но это у него не получилось. Ну и вот, контролирует. Э, 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 у нас овердрайв на центре Сарат. И будем уже наблюдать, что же у нас придумают коллективы. Да, пытается э, ухватить флаг мистер Артемку. Он на прожатом овердрайве... По него кинут шарик от Сарата, Есть у Либрери, который может сделать какой-то потенциальный помощь для того, чтобы доставить этот флаг, но нет. Бразил с пытается убить мистера Артемку. Нет, все-таки мистер Артемка замечает это, спайк отлично прижимается, и похоже, это первая доставка будет, но кидают еще урон по мистеру Артемке, кидал вот урон, но нет, этого не хватает. Мистер Артемка доставляет первый флаг в последнем раунде основном на карте Ирана, и в целом, возможно, в матче. Посмотрим, потому что нужно побеждать команде Spirit, чтобы перевести этот матч в пенальти да и достаточно уверен себя уже проявил себя коллектив Спирит. пробуют они на пару со спайком э, вместе с мистером артемкой э, смещаться по своему флангу пытаются накинуть урон по блистеру блистер в итоге у нас добивают и сарат который также держит ли, линию обороны будет пытаться выбирать э, своего вражеского ареса завел за кавера, в итоге. Завел закавер, остается уже без аптечки, сарат отправляет уже на респы, вот, и пробует uh, у нас Дон законтролировать коробочку овердайва, здесь у нас некоторое скопление красных игроков, вот, и мистер Артемка без какого-то сопротивления будет забирать uh, коробочку овердайва, с другого же стороны у нас есть атака от коллектива Беншитт, uh, Хороший шарик у нас летит а, The Will The Cover, тут же у нас есть прожатие овердрайва от Бразила, а, Страхует его сон на своем Крусейдере и пробует, Бразил оттягивает вражеское знамя, пытался он забрать, я так понимаю, аптечку, и это первая доставка флага от коллектива Беншитт. Да, хорошая, кстати, атака. Ты видел этот шарик? Вообще снова завел кавер. Просто отличный. Сун пытается увозить второй флаг. С другой стороны, Донк прижимается. Будет потенциальная атака от коллектива Спирит. Э, но нет, очень много респов. И Гром и Викинг должны, наверное, Донка добивать. На 0 хп Донка остается. Все-таки вот успевает выдать. Но сейчас хорошая, хорошая совместная атака будет от мистера Артемки. Сарата и Спайка. Будет неплохое давление. Артемка... А... Не очень удачно выбрал траекторию, решил, наверное, спуститься в канал, да, но вот не очень у него получилось, какая-то задумка хитрая была от мистера Артемки, э, и в итоге по прежнему счета 1-1, но атака хорошая, просто прекрасная от Бенч, просто меня впечатляет, как играет Зевил Кауэр, хорошие шарики в тайминг, все просто прекрасно, и как прожался, вот, вот на самом деле эти два игрока, которые очень сильно тащат коллектив Бенч, вот, просто прекрасно прожался, да, вот в этом моменте на миду, убил двоих навстречу, Донка сейчас пропускают, он будет заходить на шток, только сейчас замечают. Да, и есть у нас с другой же стороны Сон пытался подхватить вражеское знамя, тут же есть у нас сразу Вот на подхвате, пытается с другого же фланга у нас выбить Донка, завелся кавер. В итоге у нас с другого же фланга Вот остается на лол хп, буквально его добивает Спайк, и Спайк уже также остается на половину хп, добивает его Блистер, но не получается у него увести вражеский флаг. В итоге вовремя появился с другого же фланга, с центра буквально. Вышел на данного флагоносца и тем самым не дал увести данный флажочек. Вот, и пробует уже в свою очередь сейчас перед реализовать некоторую атаку. Здесь у нас есть Либерти, который также будет помогать мы это мистер Артемки. Есть у нас прожать от мистера Артемки. Будет разбираться со своими оппонентами. Но хорошая сосуля. Сосуля-то какая. Прилетает от сона. Разбирает данного дерзкого викинга прожатого. И тем самым не дает до конца реализовать свой овердрайв. И вот. Есть у нас э, спай, который также будет смещаться на вражеские респы. Огромнейший урон по нему прилетает. С противоположной команды. Также пробуют они мистера Артемку выбивать. И остается у нас буквально 4 минуты до завершения данного раунда. Счет у нас по-прежнему раунд равный. И пока что, я думаю, в скором времени мы уже увидим некоторую атаку со стороны коллектива Беншит. А, и вот, возможно, она есть, если сум не попадает. Сейчас лицо по Сарату, который на 0 хп. Главное, чтобы Сарат не успел дать шарик, потому что это может закончиться очень плохо. И надо добивать Бразилу Сарата. Нужно добивать было Сарата. Успевает Дон. Подхватывает флаг. Будет он его увозить. Сарат, может быть, даже даст шарик. Но нет, он шарик не дает. Не очень хорошая игра в моменте. Дон все-таки увозит. Увозит, и, похоже, это будет доставка. Доставка второго флага, а Сарак, все разменивает шарик, и Лайбрери он подлечивает, и счет у нас 2-1, 2-1 в пользу коллектива в спирит. Кстати, не очень удачная сосудия от Лайбрери была в моменте. Да, и пробует у нас еще раз Сарат, реализовывается овердрайв, кидает он под двоих тиммейтов. И следом же у нас есть с другого же фланга хорошая реализация овердрава от блистера, который наносит урон по своим двумя двоим оппонентам. И есть у нас также атака. Либеру будет подходить вражеское знамя, смещается на свой фланг, будет уходить, я так понимаю, в ковры. Здесь у нас встречная есть от Бразила, но не получилось. Это у него как-то пробраться на вражеский шток. Это уже доставка третьего флага от коллектива Спирит. Да, и похоже сейчас будет очень тяжело бенч uh, что-либо сделать, как-то у них игра развалилась в моменте, Хар... uh, они потратили очень много вертолетов, хотя сейчас у них появляются, они очень много флагов, знаешь, пропустили, они вот... Странный ск... овердрайв от Тейбл Кавер успел в трупе застрять Сарат и не попасть под этот овердрайв Ареса. Uh, хорошая игра от Сарата. Воспользовался он такой фишечкой трупа. Uh, не трупа, а фантомом. Поэтому не знаю, что сейчас могут сделать... Э, Бенч, потому что они потратили еще овердрайв Ареса в этот дом, кстати, прижимается потенциальную атаку, много урон сейчас ловит от Сона, но все равно живет. Вот, кстати, как вот, прожимается, рискованно, одного сливает, а второй на респе оказывается, третий будет ли, добьет ли Сарата, да, добивает Сарата, Бразил прожимается, будет или под центр, под овер а, прожимаются они. Будет шарик от Завил Кавер, надо запускать. Может быть, даже пораньше стоило. Бразил все еще живой. Будет, трупы мешают, но под увоз флага нужно добивать спайка. Нет, Бразил уходит на правую, на правую сторону. А, уходит а, под уроном. Он остается только от лабер, Будет лечиться Бразил своим овердрайвом. А, паладина смещается. Он немножко на центр, но нет, добивает. Очень долго они увозили флаг. Думали, кто будет увозить флаг. Ну и в итоге увоза нет. И, похоже, этот раунд закончит в пользу коллектива Спирит. Да, э, остается у нас буквально минута до завершения данного раунда. Есть у нас какая-то попытка э, от синего коллектива УОЗа, но вот он сразу же добивают. Вот, пытался он как-то сделать, реализовать некоторую атаку. Вот, и колоссальнейшее сейчас скопление у нас красных игроков. Спайк на пару с и с Саратом будут продвигаться по своему флангу. А, здесь же их сразу же встречает Сон вместе с The за The, The, The Которые убивают грамотно Сарата. Либеру в итоге остается один, и в итоге он предпринимает решение сместиться на цента. Сразу же его тут же будет встречать а, Арес вражеский, но с аресом он также разбирается. Вот, Сон пытался еще хороший его он выдобыл по спайку, вот, в итоге разбрав своего одного оппонента. Вот, и здесь уже Сарат будет продвигаться по своему флангу. Пытается он выбить своего оппонента. Визави, завил за кавера. В итоге два данных ареста у нас уходит на талеты. Вот, сарат он добил. В итоге завил за кавер, У нас также ушел на респы. Вот, И завершает у нас данный раунд со счетом 3-1 в пользу коллектива. Spirit Так, получается, у нас будет. Э... Пенальти-раунд. А я с вами прощаюсь, потому что ухожу на трансляцию матча СТБ Дефолт. А Вадим Бутер с вами закончит этот пенальти-раунд. Один или несколько? Посмотрим, да? Так что всем до скорых встреч. И приходите на следующую трансляцию. Ну и что ж, будем уже потихонечку смотреть раунд, пенальти. Сравняли у нас в последнем раунде коллектив перед счеты со своими оппонентами. И в итоге у нас сейчас будет идти уже пенальти раунд. И коллектив, я так понимаю, перед, в свою очередь, будет брать техническую паузу. Вот. Да, как раз таки одобряют данному коллективу у нас техническую паузу. И что касаемо как раз таки предыдущего раунда достаточно неплохо себя, я бы сказал, реабилитировали коллектив Spirit, удачные с их стороны были атаки, вот прекраснейшая как раз таки и реализация овер овердрайвов, вот комбинированная такая, вот дало свое некоторые плоды, вот. ну и как мне кажется все-таки что Коллектив Спирит э, должен одержать э, победу некоторую. В данной схватке вот, Хотя себя коллектив беншет э, достаточно неплохо проявили в третьем раунде на карте Ирана. Э, коллектив Спирит все-таки э, в четвертом как раз-таки раунде подсобрались. Вот, и я думаю, как раз таки не просто так они взяли данную техническую паузу решили обсудить как раз таки некоторые свои моменты вот которые как раз таки и происходили вот последние предыдущие два раунда на данной карте вот и я думаю возможно мы увидим а, с их стороны некоторые изменения вот возможно поменяются у них а, своя тактика которую ранее они и придерживались вот ну очень интересно. Возможно, у нас появится на данном последнем раунде Мин который вот пробовал отыгрывать также на Викинге. Но как-то, возможно, у него игра, в свою очередь, не задалась. Вот, и мистер Артемка более уверенно себя показал вот в трех, получается, раундах. И на Редайлерте, и как раз-таки на Иране. Вот. Ну, э, не знаю, не знаю. Посмотрим пока что. Э, э, но вот что касаемо вот э, предыдущего раунда, коллектив беншит у нас э, Не знаю, пытались они как раз-таки реализовать э, также, в свою очередь, свои овердрайвы, совершить некоторую атаку. Возможно. Э, очень. Ребята из коллектива Spirit не хотели отдавать данный раунд, грамотно дефировали все атаки Как раз таки Не очень грамотные шарики были от The Will the Cover вот. буквально вот как раз таки на последних минутах вот. Но вот это и скорее всего и привело к поражению Будем уже наблюдать Пока что честно говоря, у меня сомнения закладываются насчет коллектива Бэншит. Вот, и для меня пока что, честно говоря, являются фаворитами вот команда Spirit. Вот, как раз таки у нас там в данной команде отыгрывает Тёма Кортисол, который также комментирует наши прекраснейшие трансляции. Вот. И я думаю, пока что только учится, возможно, отыгрывать на викинге. Вот. И я думаю, в скором времени в каких-то уже более таких серьезных матчах мы его увидим. А возможно и нет. Время, как говорится, покажет. Что ж, ребята у нас из синего коллектива Спириты уже вышли из карты. Вот, Но ну, мы будем также дожидаться окончания технической паузы и уже наблюдать м -м, э -м, пенальти раунд между двумя данными прекрасными коллективами. Вот. А в свою очередь э -э, коллективу Беншит э -э, нужно подумать также, я думаю, э -э, над некоторой стратегией в плане и реализации своих атак, в свою очередь. Вот. Ну а что касаемо этих об обоих а, прекрасных коллективов, вот, то а, коллектив Беншит а, я там очень многих не знаю. Ну и что ж, происходит у нас, а, заканчивается у нас как раз таки техническая пауза. Будем уже дожидаться а, скопления игроков на центре карты. Потихонечку уже они у нас будут собираться и будет и будем уже дожидаться, когда же выпадет у нас коробочка овердайва на центре есть у нас как раз таки подсадочка бразила а, под блистера вот с другого же у нас противоположного э, команды есть у нас подсадочка вот на the will the cover и вот следом же сразу же неминуемо падает у нас коробочка овердайва здесь у нас также есть Мистер Артем, который будет на всех, я так понимаю, пора подхватывать этот овердайв. Но, к сожалению, это не получается у него сделать. И уверенно забирает данный у нас овердайв с красного коллектива Викинг Вот. Хорошее сейчас преимущество у нас коллектив имеет Беншит в виде овердайва Викинга. Вот И посмотрим, как же он его реализует в этом раунде. Вот. А, ну, а коллективу а, Spirit, я думаю, а, не стоит как-то на этот счет расстраиваться. Я думаю, а, каких-то некоторых проблем а, у них не возникало а, с контролем овердрайва. Вот. И, ну, не знаю, в целом, пока что, мне кажется, это никак не повлияет на них. Вот и мы увидим с их стороны также прекраснейшие атаки. Что ж, пока что у нас э, ребята будут, наверное, подбирать троп, да, разобрались они с этим. И происходит у нас далее на карте. Стартует у нас пенальти раунд. Будем уже дожидаться, когда у нас игроки будут э, занимать свои позиции. Сразу же у нас прилетает урон от The Cover. Вот, а есть тут же сразу же следом приезжает Сон, а с другого же фланга, у нас есть Пайк на пару с Артемкой, будут они отыгрывать. Тут же их следом же встречает Блистер вместе с Бразилом. И дает он а, урон Спайк по своим двум оппонентам, в итоге Бразил остается у нас на лоу хп, но добивает он Пайка и здесь уже мистер Артемка а, будет разбираться с Блистером, в итоге два прекрасных игрока уходят на респы, а вот а, коробочку везде у нас подобрал э, Либеру с а, коллектива Spirit. Вот, и давят, пробуют давить уже своих оппонентов коллектив Спирит. А, здесь у нас а, есть Сарат. Будет он пробовать убирать с а, вражеского фланга, я так понимаю. Завел Зекаура, хорошая рельса прилетает от Либеру. И здесь у нас есть подход вражеского знамени от Донка. В итоге он смещается в ковры, но тут же у нас есть прожатие от Вота. Здесь у нас а, кидают у нас Либеру а, Свою, свой овердрайв, двух своих оппонентов э, прилетает хорошая сосуля как раз таки. И вот есть у нас как раз таки некоторая атака от коллектива, с, э, я так понимаю, Беншет. Вот, пробовали они как раз таки на пару со своим Крусейдером зайти и увести вражеское знамя. Ну, э, даже и толком-то и не доехали, пробуют у нас, кстати, Спайк центр зайти на вражеский шток никто его не увидит а вот уже увидели у нас красный коллектив пытается он сместиться на центр остается на хп без аптеки пытается здесь еще вот накинуть урон но не получилось это у них сделать и это первая доставка флага от коллектива спирит вот так вот они в данном пенальти раунде открывают смело счеты со своими оппонентами и здесь у нас есть также некоторый был заход от либеру вот, пытается у нас еще здесь Бразил а, законтролировать коробочку овердрайва. И в итоге Сарат его добивает. И Сарат уже, в свою очередь, забирает данную коробочку. А здесь у нас есть сон, который также будет напрягать своих оппонентов. Но нет, Донг есть, у нас нет. К сожалению, его разобрали. Пытался у нас как-то Сарат реализовать свой овердрайв, дать, дать шарик а, под своего тиммейта. А в итоге он а, их как раз таки некоторых своих оппонентов разобрал, но вот э, флагоносца разобрали, и нет, есть у нас э, на подхвате спайк, но, к сожалению, он по каким-то техническим возможным причинам вылетает с карты, и коллектив у нас беншит, э, возвращает э, флажочек на место. Вот, и э, есть у нас прожатие овердрайва от Бразила, будут они на пару с блистером смещаться по своему флангу, с другого же фланга у нас есть The Will The Cow, который кидает шарик под своего тиммейта, с другого же фланга у нас есть мистер Артем, который прожимает свой овердрайв в деф, вот, и в итоге пытались у нас красный коллектив реализовать некоторую атаку со своей стороны, был кинутый шарик, и... Пытался у нас как раз-таки Крусейдер зайти и увести флаг, но вовремя прожатого викинга зарешал. В моменте я бы сказал так, вот. Но очень странно, конечно, вот. А, пробует, кстати, у нас Зейлзакаур на месте на пару с соном разбираются они со своим оппонентом, вот. И Здесь у нас э, в итоге вот и забирает э, на центре карты Овердрайв. Э, вот. Пока что некоторые ТДмы, те, игра идет с обоих коллективов. Э, но есть у нас прожатие Овердрайва от Донка, который будет смещаться на вражеский шток и уходить э, в ковры. Подбирает он аптечку, тут же следом же его встречает э, прожатый Овердрайв викинга, но не получается разобраться с данным паладином. Тут же у нас также есть встреча от мистера Артемки, который будет страховать данного паладина. И это уже доставка второго флага от коллектива Spirit. Вот. Пока что у нас как будто бы Spirit выглядит в данном пенальти раунде более увереннее. А вот в свою очередь коллектив Бенджет как-то пытаются реализовать некоторые атаки. Но вот есть у нас Взятие флага вражеского от Вота вот. Пытался он как раз таки его увести Но ребята из синего коллектива вовремя скинулись По данному викингу уроном вот. И уже на пару сарат Мистер Либеру будут смещаться по своему флангу Здесь у нас другого же фланга есть Мистер Артемка Который также контролировал фло... свой фланг Подхватывает он вражеское знамя Пытался он сместиться в коры Я так понимаю, но к сожалению, это у него не получилось сделать. Сажали его стенки там. Вот, и падает у нас коробочка овердрайва на центре. Пытался у нас как-то здесь донг законтролировать данную коробочку овердрайва, но не получилось. Вовремя ребята из коллектива Беншит выбили данного оппонента. И дает у нас... Давил за кавер э, шарик. Пытался, я так понимаю, он дать... По своему тиммейту подлечить, но а, уже Крусейдера в свою очередь добили. Пытается здесь также на всех парах Бразил ворваться на вражеский шток. И сейчас перед а, стали в глухую некоторую оборону. Но нет, есть у нас подвор флага от а, Сона, который будет буквально на ЛОЛ ХП данный флаг увозить. Смещается он как раз таки в ковры, подбирает он аптечку. И это доставка первого флага от коллектива в свою очередь Беншит. Довольно-таки, я бы сказал, с некоторым сопротивлением столкнулись у нас коллектив Беншет. Пытались у нас спирит как-то не дать увести данный флаг. Но, возможно, проглядели данного юркого Крусейдера, который как раз-таки и пробрался на вражеский шток. Будем уже наблюдать. Осталось у нас буквально до завершения данного раунда 3 минуты. Вот. И с другого же фланга у нас Бразил вместе с Вотом и Блистером будут продвигаться по своему флангу. Здесь же их сразу же встречает мистер Артемку, и будут они разбираться с Блистером и Бразилом, который Бразил уже остался на половину хп. С другого же фланга у нас есть э, реализация овердава от Сарата, а вот э, Бразил в итоге у нас э, пытался также увести на прожатом своем паладинчике вражеское знамя, вот, в итоге грамотный шарик от Сарата задефировал данную атаку, но флаг-то в итоге у нас лежит, а в другого фланга у нас есть подбор флага от Донка, но в итоге Донка у нас добивает сон хорошую рельсою, вот, тем самым не дав увести вражеское знамя даже и на миллиметр от своего штока, я бы сказал так. Вот, в итоге у нас, я так понимаю, мистер Артемка прожимает свой овердрайв, будет продвигаться по своему флангу, подбирает он вражеское знамя, здесь у нас есть уже прожатие Донка, вот, и мистер Артемка уже будет спокойно через центр карты уходить с вражеским флагом, и это доставка третьего флага от коллектива Спирит. Надо что-то, в свою очередь, придумывать коллективу Беншит, но поскольку ни одного овердайва пока что я э, у данного коллектива не вижу. Это будет прям крой, крайне тяжело реализовать некоторую атаку с их стороны. Вот, а в свою очередь у нас коллектив перед прям давит и давит некоторыми, я бы сказал, наплывами своих оппонентов. Вот, но и как-то не получается у нас у коллектива Беншет реализовать некоторые атаки. Но вот здесь есть вот, который пробует занять выгодную для себя позицию, законтролировать овердрайв, прожимает свой он овердрайв, я так понимаю, сразу же на размен и забирает следом же коробочку овердрайва на центре, смещаются они, он на вражеский шток, где его встречает сразу же мистер Артемка, пытается у нас коллектив перед задефировать данную атаку и все-таки добивает данного зл злосчастного викинга. Вот, не дав увести Вражеский флаг. Вот, и пытались у нас коллектив а, беншит как раз таки за счет овердайва викинга реализовать некоторую атаку. И вот а, есть у нас прожатие овердайва от вота, в свою очередь, пытается он накинуть максимальнейший колоссальнейший урон по своему визави, мистера Артемки В итоге он у него это заканчивается. Овердрайв, и мистер Артемка с легкостью добивает данного викинга. А с другого же фланга у нас э, Спайк пытается разбираться со своим визави Блистером, который остается буквально в ЛХП, и оба Хантера данных отправляются на респы. Вот, и пока что э, остается у нас буквально 20 секунд до завершения данного раунда. Коллектив Спирит у нас ведет по счету 3-1. Вот. Ну и я думаю, смело можно. Поздравить коллектив Spirit в этой непростой, я бы сказал так, борьбе. В данном матче. Вот. И завершается у нас данный раунд со счетом 3-1. Поздравляем коллектив Спирит э, с победой. Вот. И будем уже потихонечку с вами прощаться. Вот. А я напоминаю, у нас также будет не менее интересная игра на 9 часов. Вот. Девинс будет играть против Пепеги. Также приходите. Ну и также у нас будет дополнительный матч. Также идет на 9. СТБ играет против Дефолтс. А я буду потихонечку с вами прощаться. Всем желаю хорошего вечера. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.